Мы продолжаем тему празднования 9 мая. Это, несомненно, великий праздник для нашей страны. В этот день россияне отмечают победу советского народа над фашистской Германией. Проводят парады, возлагают цветы, вспоминают погибших солдат. Но что известно об истории праздника люберчанам? Смотрите в рубрике «Свободный микрофон». По данным Пенсионного фонда, сейчас в России проживают чуть более 1,5 миллионов инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый день численность их сокращается. История уходит вместе с ними. А что знают люберчане о Великой Отечественной войне и празднике 9 мая? Давайте узнаем. Когда началась Великая Отечественная война? 1941. Отечественная у нас 22 июня 1941 года. Кто был инициатором войны? Гитлер. Германия. Какие вы знаете города-герои и сколько их? Сколько не знаю, но знаю вот Ленинград, Москва. Их много, но перечислить я не смогу. Оренбург, Липецк, да любые можно назвать сейчас. Курск, Ленинград, наверное. Да, ленинградская блокада когда была. Почему наша страна добилась победы? Ну, потому что, мне кажется, наша страна очень сильно любила свою родину, и все они шли за семью, за детей, за родителей. Наш русский народ всегда побеждает, он сильный. Потому что они работали сплоченно, они не сдавались в нужный момент, они смогли собраться и победить. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, гремит со всех сторон. День Победы, как он был от нас далек. Потухшим таял уголек. Для всех россиян 9 мая – это праздник и боль. Мы чтим всех погибших в войне за наше мирное время. В этот день почти каждый россиянин надевает вот такую георгиевскую ленточку в знак памяти о Великой Отечественной войне. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.